Ты видел? Он там! Доктор Кригер, надо полагать. Сам знаешь, если я скажу тебе, мне придется тебя убить, а я не хочу этого делать.
Лучше я оставлю тебя наедине с питомцами Кригера. Они тут обрезают. Ох, Джек, еще одну. Все Трайгены относились к Кригеру как к отцу родному. Взять его! Я боюсь, теперь они расстроятся. Сильно расстроятся. Следил за твоими действиями, было довольно забавно. Жаль, что у меня нет больше времени на игры. Я решил избавиться от головной боли в лице тебя и твоей подружки. Знал, что ты настоящий урод.
Что, этого в твоих планах не было? А, Дойл? Нет. Слышишь? Попробуй понять, я послан ими. Они всегда наблюдают. Этого не изменить. Как изменишь будущее? Возможно, никак. Но я позабочусь, чтобы тебя в нем не было. Глупый ублюдок.